Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. Мы продолжаем прохождение Resident Evil, Evil, конечно же. Севен! Мия находит Итана и освобождает его, но история повторяется. Итану снова придется уничтожить эту сучку. Я правильно ее назвал или нет? Не, ну я-то не против, просто ее в игре так называют. Я куколку смотрел, просто вы не подумайте ни о чем. Погодите, это же. Это что, что было уже? Флешбеки мне тут нахрен не нужны. Е-001. Это старуха, может быть, ее. Это и есть она. Это старуха и есть эта маленькая девочка. Поэтому ее нельзя было убить. Нам запрещалось с нее стрелять. Я с самого начала знал, что она. Мне нужно завалить. Помните, мы читали, что она резко начала стареть. И на самом деле это и есть старуха вот эта. А с ума она сводит просто своей ментальной энергией. То есть, на самом деле, мы с самого начала могли застрелить, и все. Чё, сучка? Думаешь, я тебя боюсь? Это не из-за меня, тварь. Почему я это вижу? Потому что ты под властью. Под властью ее. Сопротивляйся! Сопротивляйся, брат. Не обращай внимания, не сходи с ума. Вставь просто двухстволку в рот этой старухи. Убей эту сучку. Да никакой не дай джобу, ничего хорошего не будет. Ты не сможешь меня убить, дура. Это все нереально. Итан, очнись! Это все нереально. Это все нереально. Не обращай на это внимания. Просто иди дальше. Мии нет, Зои нет, она их убила. Конечно, я ставлю в рот тебе двухсколку. Это всего лишь видение, 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 видение. Она сыт нас, она боится нас. Вы понимаете, она боится нас, потому что она понимает, что ей кранты. Дверь, почему дверь не открывается? Зря мы показали ей эту штуку, конечно, зря. Теперь она будет еще сильнее бояться и посылать все больше и больше видений. А нам всего лишь нужно встать, подняться к старухе. Я тебя не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вставить сначала двухстволку в рот старухи и выстрелить, а потом на крайняк уже и инъекцию впилить. Я не уйду, сука. Чего я ругаюсь? В принципе, это собака женского рода, это не ругается. Так, а тут-то смотрите, а тут-то она может меня долбануть, да, получается? Я думал, что все это как бы нереально, и нифига, как бы мы теряем хп за счет этого, абсолютно. Может быть, нужно обойти?
она абсолютно нереальная. Ведь... Это что такое вообще? Я же за углом стою. Саживай ей укол в шею. Это же старуха сейчас, да? Я правильно понимаю? Будет. Ну, да, я так и знал. А все лишь навсего нужно было эту старуху с самого начала застрелить. И все. Не будет даже последнего босса, что ли? Все-таки металл. Ну, практически, ладно. Да ладно, ж будет последний босс по-любому, да? Охренеть! Охренеть! А подождите, хорошо, хорошо. А как ее убивать? Как ее убивать? Бомбы? Бомбы у нас нет. Каким макаром я смогу ее убить? И пропустить главную эту сценку не могу. Да никто тебя не ненавидел, Вайс, если бы ты никого не убивал его. Неужто это не поняла до сих пор? Я же говорю, не нужно было никакие сыворотки использовать, нужно было просто ставить двустволку и выстрелить. Дабы она не превратилась в эту сумасшедшую сволочную гадину. Так, стрелять ей нужно то ли в жбан, то ли... Нахер его знает, куда мне стрелять нужно. Может быть, просто уйти нужно? Не, она меня не выпустит, это понятно. Даже и стрелять, то ли в глаз стреляет, то ли в рот. Это вообще без шансов. А, вот так вот, то есть просто не даст, чтобы она меня съела, то есть у нее даже стрелять, что ли, не надо было, получается. Ну а где там бомбардировка-то этой субстанции? Охренеть. Это просто охренеть. Абсолютно. Yeah.
Я специально молчал, чтобы вы могли оценить этот эпичный бой. Эпичный бой. Я прекрасно понимал, что обычное оружие не убьет, поэтому вначале даже не стрелял. Ну что ж, мы победили ее. Она распалась на гору какой-то, не знаю, кристаллической, кристаллического вида хрени, похожей на уголь. Или как кристаллы вещества, когда в жидком азоте что-то замораживается, когда разбивается, такая штука. Я не очень понимаю, зачем нас вообще в принципе спасают, то есть видите, им абсолютно не нужны, ведь они это сделали. Единственное, зачем они сейчас сюда могут прийти, для того, чтобы нас застрелить, мне кажется. Вот. Это единственная возможность, которая сейчас, вернее, единственное будущее, которое нас ждет. А сейчас просто убьют. Да ладно. Не убили. То есть не Outlast. Нифига. Блин, а я думал, тут у нас еще часик где-то игры, а оказалось, что вот все. И серия у нас заключительная будет совсем коротенькая. У нее рука целая, вы видели? Рука у него целая. То есть то, что руку он отпилил себе и так далее, это все было в воображении, что ли? Что нам руку отхерачило, а потом его приделали. То есть, в принципе, все было воображение, тут на самом деле люди не умирали. Он никого не убивал, это были все видения. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь, не только для меня. Пострадали не только мы с Мией, но и байкеры тоже. Это из-за той твари. Эвелины, они такими стали. Нет, все-таки, значит, это было не только воображение. А эти ребята... пришли прибраться тут, заявили мне. Я только смирился с уходом Мии, а теперь я снова ее потерял. И теперь единственная видимая дверь закрыта. Resident Evil 7. Биологическая угроза. Ну что, на самом деле игрушка классная. Маловато, коротковато, концовка не смазановато чуть-чуть. Хотя нормально. Нет, ну не то, что смазовато, просто как-то быстро мы этого босса убили. Не было мега-мега эпичной сцены. Я даже помолчал, думал, сейчас будет эпик, но... такого уж дикого эпика не было. Короче, зачистили все. Директор картины... Кошина... не успел прочитать. Арт-директор Танамори Ташик отсюда. Хироюки Чи. Мисата Миядзаки. Игра классная. Наверное, в современное игроделанье сейчас лучше сделать особо-то и не могли. Так что игра оправдала, наверное, мои ожидания. Да, есть куча мелких и не очень мелких, может, моментов, к которым можно было придраться, этого делать абсолютно не буду. И для меня эта игра 9 из 10, просто вот так вот, 9 из 10. Если брать вот современные игры, то таких игр мало. Да, ничего такого особенного в ней не было, с одной стороны. Но в некоторых моментах она была действительно жуткая, в некоторых моментах была действительно интересная.
Да, можно придраться к сюжету, к сложности и так далее и тому подобное. Но опять же, сейчас игры так делают, и если бы это было бы что-то наподобие, например, третьего Резидента, но современной обертки и более запутанным сюжетом, ну, люди, наверное, это просто бы не приняли. Игра бы не продалась так, как продалась сейчас. Ну что ж, давайте посмотрим. Может быть, в конце, после титров, будет какая-нибудь скрытая такая для терпеливых заставочка прикольная. Посидим, посмотрим. А подведя итоги, я могу сказать сразу. Спасибо всем, кто смотрел все серии от начала до конца. С вами был Айс. Ждите новых игр, новых прохождений по играм. А вот стримов, ну, стримы, к сожалению, наверное, все-таки будут как минимум не сейчас. Может быть, в марте там мы что-нибудь начнем делать. Ну вот, все, пошли заставки. Я думаю, все-таки не будет какой-то скрытой концовки там суперской. Вот. Resident Evil есть Resident Evil. И пятая, шестая часть оставила лично для меня не очень приятное впечатление. Даже в них не играл, потому что мне по трейлеру они не понравились. Тут же по демке было видно, что игра как минимум привлекательна. Ну и поиграв в игру, мы для себя, я лично конкретно, я думаю, многие другие, те особенно, кто не ждал от игры вообще ничего, они получили намного больше наслаждения, чем думали, проходя эту игру. Еще раз всем огромнейшее спасибо, с вами был Айс, и всем пока-пока.